Сейчас я расскажу, как записывать CD и DVD диски. Так, ну для начала попробуем это сделать средствами Windows. Так, опять же у меня операционная система Windows XP. Вот, может быть у вас более новая версия, скорее всего так оно и есть, и там это дело может немножко отличаться. Но скорее всего не очень сильно. Так. Вообще сразу хочу сказать, что вот есть два способа записывать CD там, и DVD диски. Это вот средствами Windows стандартные, то есть есть в каждой операционной системе Windows. И, например, какая-нибудь специальная программа. Ну, вот, в частности, самая популярная программа для записи CD и DVD на, ну, для операционной системы Windows — это Nero. Нет, вот так вот, Nero называется. Вот. Nero Burning ROM даже, по-моему, полное название. Хотя нет. Вот. Не будем запариваться, вот название этой программы. Но вот какой минус? Она платная и стоит, по-моему, не помню сколько стоит, но скорее всего точно больше 1000 рублей, то есть жалко. Жалко, вот, например, мне таких денег за программу, которая не часто пользую. Вот. И есть еще такая программа Infra Recorder. Вот эта вот программа бесплатная. Вот это аналог программы Nero. Она, конечно же, чуть похуже. Чуть похуже, но в принципе диски пишет, больше нам не надо. То есть вот это вот две программы, которыми можно записывать диски. Какая разница между тем, вот записывать средствами Windows и записывать специальными программами? Честно говоря, не знаю, что пишет лучше. Наверное, все-таки специальный софт, вот, типа Nero, пишет лучше, чем вот, если записывать через Windows. Но, в принципе, файлы на диск попадают, они оттуда открываются, большего особо-то и не надо. Ну ладно, хватит разглагольствовать, давайте что-нибудь запишем. Так, ну вот у меня сейчас вставлен диск РВ. Так, сейчас я это отмечу. Диск РВ. Это означает, что он rewritable. То есть его можно стирать, записывать несколько раз. Точнее, не несколько раз, а несколько десятков, или может быть даже сотен раз. Зависит от самого диска, от его качества. Вот. То есть если вы видите, например, CD-RV, это значит диск можно записывать несколько раз. Если вы видите CD-R, этот диск можно записывать только один раз. А вот это вот все пишется на обложки диска. То есть вы покупаете там либо вот такой вкладыш в коробочке, на котором это написано, либо прямо на самом диске там это выгравировано, или не знаю как правильно это называется. То есть вот если присмотреться, скорее всего там вот на самом диске, вот самом этом круглом диске, где-нибудь вот здесь вот там будет написано CD-R, например. Вот так вот. Ну, CD-R сейчас уже, точнее CD-диски сейчас уже выходят из обихода. Сейчас вот DVD появляется. Но они также делятся на DVD-R и DVD-RV. Так, ну и сейчас уже стали появляться такие так называемые Blu-ray диски. Это то же самое, что и DVD, только еще больше по размеру. А, да, кстати, забыл сказать, что, вот, например, DVD это 4,5 гигабайта, ну, примерно. Так, а вот CD это 700 мегабайт. То есть, ну, приличная такая разница. Примерно в 6 раз. DVD-диск больше, чем CD. А вот Blu-ray диск, я не помню, сколько он по объему, но это несложно в интернете найти. Так, ладно, давайте сейчас уже запишем чего-нибудь.
Итак, вот у меня сейчас вставлен диск, это CD-RV, вот в дисковод, в CD-привод. И чтобы записать что-то на RV-диск, обычно его сначала стирают. То есть вот я правой кнопкой мыши на диске кликаю, и вот есть такая опция «Стереть этот CD-RV». Вот я выбираю. Так, появляется мастер. Не глядя, практически кликаю далее, и вот начинается процесс стирания. Так, ну у меня диск нестандартный, там мини-диск, то есть стирается довольно быстро. Мини-диск, он, по-моему, где-то 200-250 мегабайт размером. Так. Ну, надо подождать. Так, выполнено успешно. Теперь этот диск пригоден для записи новых файлов. Отлично. Так, ну опять же, чтобы записать что-то, я правой кнопкой мыши записать файлы на компактный диск. Так, вот тут сообщает, есть два способа записать. Выделить нужные файлы, щелкнуть, скопировать выделенные элементы. Так, и компакт-диск качественного значения. И так, если нужные файлы находятся в папке «Мои рисунки», так, выделить и копировать на компакт-диск. Угу. Понятно. То есть здесь всего лишь навсего ну, такая справочка выдается. Так, ну вот, нужные файлы щелкнуть, скопировать выделенные элементы. Ну, попробуем сначала вторым способом. Так, сейчас я зайду, найду какие-нибудь файлы, выберу какие-нибудь поменьше. Ну, вот, например, два файлика, они очень маленьких, я их выделил. Нажимаю правую кнопку мыши, так, отправить. Вот, и выбираю здесь CD-дисковод. Имеется файл, ожидающий запись на компакт-диск. Чтобы посмотреть файл, щелкните это сообщение. Щелкаю. Вот. То есть сначала файлы помещаются там в определенную область, ну вот в это окошечко. И вот когда вы уже соберете все файлы, которые можно будет записать на диск, ну обычно собираются вот файлы, чтобы забить целый диск сразу. То есть не по одному файлику записывается. Вот. И чтобы эти файлы записать на компакт-диск, нужно кликнуть вот сюда. Вот. То есть, допустим, я сюда вот уже добавил все файлы, которые мне нужны. Ну вот я могу еще, например, сюда добавить. Вот добавился файл. Ну вот еще один. Вот все добавил, больше мне ничего не надо. Все, записываю. Так, здесь предлагается имя. Ну, мне не важно, какое имя. Если вам важно, можно там выбрать какое-нибудь, ну, не знаю, имя там для вашего диска. Например, там мой диск там, или там диск номер один и прочее. Но обычно на ну, имя диска оно ни на что не влияет и никто его не заполняет. Так, ну здесь вот у меня произошла ошибка. Так, диск не пригоден. Так. Сохранить эти файлы. Ну, в общем, что я могу сказать? Если бы у меня был хороший диск, то тогда бы эти файлы просто записались. Вот, но диск, видать, какой-то кривоватый, а другого у меня нету. То есть взял только для того, чтобы помучить его с записью. То тогда бы все было нормально. Так. Ну, в принципе, этого достаточно, чтобы показать то, как вот эта запись дисков происходит. То есть, еще раз. Да, там это можно закрыть. Выбирайте какие-нибудь файлы. Правой кнопкой мыши. Отправить на диск.
Вот. Ну, в данном случае здесь мне говорят, что такой файл уже есть, потому что я вот эти и вот именно вот эти вот файлы я как раз вот недавно пытался записать на этот диск. Кстати, вот мне интересно, а где вот эти временные файлы сейчас лежат? То есть вот он определенно сохранил вот тот набор файлов, которые я собирался записывать. А, все понятно. То есть, чтобы найти их, достаточно просто зайти вот сюда. И сюда можно там еще файлов накидать, например. Нет, лучше отменю файлик большой. Вот. Так, чтобы эти файлы удалить, можно вот это нажать. Да, действительно хотите. Да, хочу. Удалить. Удалил. Так, и там был еще, кстати, какой-то второй способ записи. Так, выделить нужные файлы, щелкнуть, скопировать. Укажите, записываем компакт диск, качество, местное значение. Ну, попробуем. То есть вот я выделяю файлы, выбираю копировать. Правая кнопка мыши вставить. Бац. Да, действительно, вот они тут появились. Ну, еще раз. Так, я вот выделяю два вот этих файла. Копировать. Можно вот сюда их, кстати, сразу вставить. А можно вот сюда вот их вставить. Вот, ну и он сразу же напоминает о том, что вот есть файлы, которые можно записывать, они ожидают. Ну да, действительно ожидают. Так. А, и еще, естественно, здесь можно создавать папки. То есть, если вы хотите, чтобы файлы лежали не просто в одной куче, а в папочках, то вот можно их раскидать по папкам. После того, как опять же вы подготовили файлы на диск, нажимаете сюда, и он начнет запись. И если у вас диск хороший, не как у меня, то он запишет без всяких лишних вопросов.